Дорабаларумдагаттар, үтө күнүнен. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Беги, терабитылбытын, өреттен ихебит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгүн беги ханарсыгэппыт. Ягын тугунан. Тема сегодняшнего урока – вес. Игиллен, өйдөн ханалары. Слушайте и запоминайте слова. Тэннер. Тэннер. Ровный, равный, одинаковый. Иракан. Иракан. Тяжелый. Ираканахок. Ираканахок. Легкий. Агыяк. Агыяк. Мало. Хэп. Хэп. Ровно. Колобур. Например. Агыяк. Без киляга тибет. Агыяк. Без киляга тибет. Мало. Нет, 5 килограмм. Хэп. Без киля. Хэп. Без киля. Ровно 5 килограмм. Аны оңорокпут предложениеларда. Игилле кайда хаңарабыт хаңаларбытын. А сейчас составим предложение. Слушайте, как произносятся слова. А ты ластым икки омулу. А ты ластым икки омулу. Купила 2 омуля. Обургу омул. Үскилелек. Обургу омул. Үскилелек. Большой омуль весит 3 килограмма. Кырата икки киле. Кырата икки киле. Маленький омуль весит 2 килограмма. Барыта без киля болла. Барыта без киля болла. Всего получилось 5 килограмм. Он тан такса киля. Он тан такса киля. Больше 10 килограмм. Онга тибет. Онга тибет. Нет 10 килограмм. Олус иракан. Агыят ыяхынын. Олус иракан. Агыят ыяхынын. Слишком тяжело. Уменьши вес. Бүгүн биги ханырыстыбы ыяхын тугунан. Сегодня мы поговорили на тему вес. Урок путбютте. Нячаскан доктор. Урок закончился. До свидания, друзья.